Здорово всем, ребят, с вами Хилхёрдс, и сегодня у нас еще немного объявлений о наборах в гильдии и очень важная информация от разработчиков насчет утверждения лидеров. И я хотел бы спросить у лидеров гильдии, которые уже были в видео, появились ли у вас новобранцы? Мне правда интересно. Ссылка на первую часть набора будет в описании справа сверху. Коллегия бардов. Коллегия бардов очень маленькая, но уютная. Большинство бардов приходят, потом уходят, чтобы фармить золото. На форуме есть достаточно интересное письмо. Все, кто хотят, приходите в коллегию бардов в Солитюде. Посидим, если что, в данже сходим. Местом не обделим. Алый синдикат. Вступайте в ряды Алого синдиката. Мы расположены в коллегии бардов в Солитюде. Стражи Рорикстеда. Набираем добровольцев в ряды стражи Рорикстеда. Здесь вас будут ждать постоянные РП-ивенты и веселое командование. Ссылка на Дискорд есть, она будет в описании. Мы вас ждем. Servants of Darkness. Это культ, поклоняющийся Даэдра. Я сразу прошу меня извинить за мой английский. В основном мы представляем собой PvP-организацию, занимающуюся осадами и войной. Но это не исключает РП в нашем клане. Призывы Даэдра, даэдрическая броня и оружие после релиза. Если вы хотите осад, PvP, РП, добрые комьюнити, то вот ссылка на наш Дискорд. Она тоже будет в описании. И еще у нас экстренное объявление. Один из подписчиков, ну очень хочет стать вампиром, но из-за разницы часовых поясов боится, что не сможет сделать этого. Так что, если кто-нибудь там разбирается с вампирами, ну вы придумайте что-нибудь, пожалуйста, люди хотят к вам. Еще в Дискорде появилась информация насчет группировок на релизе. Вот что мы имеем. За неделю до релиза лидеры официальных фракций, то есть утвержденных разработчиками, как я понял, будут подвержены строжайшему отбору. Первое – это анкеты и чарлист персонажа, второе – прохождение теста и созвон. Также в сообщении делается акцент на том, что сейчас чуть ли не лучшее время, где каждый волен создавать свою группировку, так что нужно наслаждаться моментом. И парни, если ваш глава гильдии ответственный и харизматичный парень, то есть все шансы, что именно он может быть утвержден на релиз. Это я к тому, что если вам нравится быть частью какой-либо группировки, ни за что не бросайте ее. И еще. Мне тут скинули одну очень годную песню. То есть парень заморочился и написал трек про сервер SkyMP. Я не буду показывать или включать для вас отрывки, чтобы еще больше заинтересовать. Ну и некрасиво как-то это. Ссылка будет в описании справа сверху в подсказке. Предлагаю отгрузить несколько фур с лайками этому господину. Просто мне кажется, что такое творчество не должно оставаться незамеченным. Также был стрим с новостями, о которых в следующем видео. На этом пока что все. С вами был Хилхёрдс, не застревайте во сне, Пелагия, и удачи!